Всем доброго времени суток, с вами Gmail. Сегодня я вам покажу, что делать, если в DZ стендалон не показывает сервера. В смысле, не ищет сервера. Минуту сейчас. Заходим в DZ стендалон. А ну нафиг, реже. Так, смотрите, я так-то согласен. Короче, сначала как любой, выбирайте персонажа, какого вы хотите, там, девку, мужик, короче, сохраняйте. Назад вы хотите, нажимайте, играть. А, кстати, я сам это так делал, но у меня сейчас сервера нет, у меня какая-то фигня случилась. Смотрите, вот, все видите, правильно? У меня крестик на одном сервере, и вообще сервер он не показывает. У меня показывало, я вам просто покажу, как это делается. Минуту. Заходите в фильтр. Вот. Заходите в фильтр. Тут 100, видите? Стираете. Набираете. Раз, два, три, четыре, пять. Тут ничего не надо. Тут набираем 30. Тут показать, пофиг. Так, видите, 5 девятых и 30. Тут, если хотите, можно 10 поставить. Нажимаем и окей. Обновляем C и тут появляется. У меня не появится, потому что у меня какая-то фигня другая случилась. Обнуляли, у вас должно появиться. У меня так тоже было. Так. Ну, если друзья, если кто-то захочет мне помочь, я не знаю, что такое, помогите. Чё хрестик стоит вообще? Сам не понимаю. Ну да, хочу зайти на него, не получается. Сейчас выбьет, как всегда, видите. Ну все, я вам показал, как это делается. С вами был Gmail. Прощаемся. До завтра.